Всем привет! Продолжаем играть в Fallout Shelter Online. И сегодня мы... Таки закончим, наконец, я надеюсь, этот ивент, мини-ивент про... вампиров этих, упырей. Так... ящики. О! Ничего себе. Солидно. У нас, правда, под этот костюм доктора никого ничего нема. Только чемодан. Ну, хотя бы так. А ну, сейчас глянем. Там у нас есть один такой фул уже. На тебе он, по-моему. Да. И на него надо шапка, боты и шприц. И ничего этого нет, конечно же. Ну, как-нибудь так. Так, кого у нас тут проапгрейдить можно? Кто увидит, свистите. Что я никого не вижу. О. Кто сказал, что розовый не мужской цвет? Правильно. Так. О. Рыжий не сойдет. Лысый сойдет. Годно. Еще один розовый. Мистер Розовый. Годно. Так, заапгрейдили всех, до кого смогли дотянуться. Идемте теперь добивать ивент. Осталось всего 30%. И может быть мы начнем, кстати, и этот нормальный ивент. Большой тут. Наконец-то. Может и не начнем, не знаю. Как пойдет у нас. Как у нас пойдет. Так, нам надо. Главного чудо-юду найти. И успокоить. Дайте его, да, оно тут сидит, чудо. Да. Как мы ее быстро нашли. Теперь осталось только так же быстро ее успокоить. Он вроде бы угомонил. Так. Годно. Еще. Еще. В очередь, сукины дети, в очередь. Обрывал. Ага, тут нам надо найти флажок. Идем искать флажок, что делать. По пути придется загеноцидить все тут население этого подвала. О, телепорт. Они могли на входе флажок поставить, ты его сразу взял и ушел. И вот тут дальше спокойно жили своими этими прайдами. Но нет. Захотели сложности. Ну нафиг. Ловите.
пришел я с друзьями. Сколько они там, по 2% что ли дают? А нам еще 28, 30 еще комнат. Да точно всю спираль по второму кругу придется проходить. Да не надо нам усиление, господи. Мы и так все сильные. Не доктор, что вас всех раскидает задней пяткой. И костры ваши не надо, и вы не надо. Давайте своего босса выводите за рога и вскоре. Тяните вот этого кота за вымя в длинный ящик. А вот и он. А ну при наших минус стан что-то вообще сможет? Не может держаться пока. Героически. Сколько? Секунд 10 продержится. Не больно. Все, пошел спать. Угомонился. Как дети малые идут. Долго скачут вечером. Угомониться не могут. Такие-таки. Так. Да, по 2% дают. Это мы задолбемся так еще проходить. Кошмар. Насколько нудный ивент. Вернее, насколько его затянули. Вот. Не по делу. Я считаю. Ну как, ну чисто с практической точки зрения, то, конечно, здорово. Почему? Потому что капают ресурсы, капает вода, еда. Мы будем прокачивать персонажей, будем наращивать левелы. То есть, ну как, чисто с практической точки зрения, это вообще от шара, вот сплошная радость. А вот именно с такой игровой и с точки зрения интереса, конечно, это нудятина, что по два раза эти круги. Лютая нудятина. Всем спать. И собаку нашу верну, допустим. Или на шаурму. Кому как больше нравится. Да, он, видите, по 450 тысяч. Бум-бум-бум-бум-бум. Норм. Зашли в оркестр. То есть так-то чисто с практической точки зрения, вот особенно там, где бои на поверхности, быстро бац-бац, вот бы не все там были такие. Это был бы идеал. Бум-бум-бум-бум, 15 боев выпанул. Сколько там? 7 миллионов поднял. О! В каждую эту строчку. А так вот это вот. Не, подожди, там уже были. А, по новой можно. Проходить и получать. Не, не хочу я по новой. Мне по-старому хватило. Ну точно ж можно, да, получается. Ну да, нету галочек, то есть что забрано. То есть хочешь еще проходи. А эти тоже так можно. И эти так можно. Гонять до бесконечности. Что мне не хочется. Ну, по уму, конечно, надо. Может, даже я в офлайне этим не займусь. Не уверен, но возможно. Так, где ваш босс? Где ваш начальник? Ведите их сюда. Кто у вас руководитель? Почему не на рабочем месте? Зараза. Ну.
Сюда нет. Сюда да. Ну где ваш... Вот, вот, смотрите на место. Заразы. О, уже по 750 денег дают. Ничего себе. Так. Ага, здесь готово. Да, пошли в другую сторону теперь кренделя выписывать. Сейчас мы их в эту сторону причешем. О, готово. Вот это норм на входе, так сразу вот и что. Не надо бегать по всей этой подземелье, разыскивать граждан. Норм так успокоили. Свои денежки получили. Чиксы в дамках. Хорошо, разговоров нету. Таких нудных. Были бы еще разговоры, был бы, конечно, капец. Так, опять надо главнюка у них найти. Ага, главнюк фиг знает где. И тут чисто зигзаг не свернешь. Я понял. Не дурак, был бы дурак, не понял бы. А тут нигде срезать нельзя. Люди добрые. Тут можно задолбаться столько этих дорог, что крестится. Надо, пора уже собирать, начинать донаты на креслосе. Мягкое, чтобы не скрипело. Кто готов скидывать донаты на кресло мне? А ну, отпишитесь в комментах, увидим сколько вас. Так, ага, не верхом, ладно, низом. Так. Так, что ты будешь делать? Пока дойдешь до этого босса, обалдеть можно. О. Чё тут у кого? Кого вылечить? Да, в принципе, докторша сейчас выпустит своего этого и все равно всех вылечит. Робот сейчас выпустит. Доктор Ли. Не успел подлечить робот. Слишком быстро легли противники. Черт. Идемте сюда. Сейчас полечим. Буцен и Дио. Кого там можно? Давай, тебя. Кого еще полечить? Саму докторшу полечим. И всех остальных уже так и быть. На, кстати, пенагон пускать. А я что-то не сообразил. О! А тут и... А, не, закрыто. Сволочи. Она закрывала тут все. А там в дыму все, не вода, я же не лежит. Я понял. А мы угадали, ха-ха-ха. Вот такие мы догадостные. Так что да, вернемся к теме донатов. Кто там готов не скидываться на кресло, давайте пишите в комментах. Вот Сталин включает донаты. Ну хотя в принципе, у меня вон эти ссылки
И ссылки на номера кошельков на WebMoney висят в описании. Ну что-то еще никто никогда туда ничего не кинул. Ну если что-то и кинул, я извиняюсь, если я так погорячился и обобщил, то я не заметил, если честно. Никаких серьезных этих вношений таких, чтобы я сразу, ох ты шо. Там ничего не было вабах. Так что можно смело меня поддерживать, я не буду против, буду говорить спасибо. И куплю себе не скрипящее кресло. Да. Ох, вот это я губу раскатал, скажите. Это все от скуки. Да никто до сюда, наверное, не досмотрит. А скоро еще выйдет и эта английская версия, говорят. И тогда все, труба, вообще никто эти летсплеи смотреть не будет. Все сами рванут играть. На этом летсплей нужно будет закрывать. Вот как они бодро легли. Даже уговаривать не пришлось. Похоже, вы мне тоже так отдадите просто. Или придется кого-то уговорить. А, вот так вот. Я понял. Жесткое кидалово. Минусами меня забрать решили, негодные. Я ничего не понял. Все понял. Ловушка. А надо было на этом, а в обратку лететь. Вот, видите. А то обманка была, и мы в обманку попали, все прошли. Так. Все понял. Обманка с обманки. Чтобы запутаться, но мы не пальцем деланы. Опа, и все, и в дамку. Всех укладываем в бань, а сами на флагу. Много времени теряется, конечно. Очень-очень много на эти поиски флажков. Ну, правда, у нас осталось мало. О, вот это отлично. Вот все такие. Схватка на поверхности. Залетели, настучали, полетели дальше. Осталось мало. Сколько? Три комнаты осталось. 94 сейчас будет. 6, это по 2% три комнаты. Да. Уже близимся к концу, к развязке. Вот, так, денежки, ресурсы, все капнуло. О, 94, да, сейчас еще 3 и все. Ну тут сейчас зачувствую, последние будут какие-нибудь такие заковыристые подземелья, чтоб уже мы тут заблудились, блин. О, не, сразу находит. Вот отлично, суперская комната. Вот этому банку, вернее, нашему банку, вот этот грабитель наиболее симпатичен. Так и тут, этот босс нам наиболее симпатичен. Минус 100, ничего себе. Он нас даже надкусил, там что-то, кого-то он поцарапал. Фига себе. Какой негодяйский. Надо закупиться. Для борьбы так-то с ними.
То они там сейчас нам всех покусают еще. Норм, так же ж надо, да? 5 подземелья. Это что ж ты будешь делать? Тут в нулях начинаем, там в минус 100. Капец, как их понять? Фух. Идем искать телепорт. Так, ага. Хорошо, что мы закупились этими штуками. Вот как знали, да? Как знали. Все, поехали, тебе дуба. А то что-то они совсем обалдели. С лазерганами там стоят, нифига себе. Так, всем спать. Команда, всем спать. Ну, шупыренок лег в кровать. Все. И не забыл, между прочим, всем сказать спокойной ночи. Так, последняя комната, насколько я понимаю, да? Что, закупимся еще? Где там магазин? Вот тут даже веревки есть, еще что, воскрешалки какие-то. Ничего себе. Инвентарь тут богатый. Ну, let's go. О, а то тут схватка на поверхности. Вообще отлично. С Пикманом, что ли? Пингманом. В минус 100 играем. Ну. Пингман, не подведи. Давай, сдавайся. Давай, переходи на нашу сторону. У нас ничего. Не кривайся. Ну, ты, дубин карандашики, будешь мелки, будешь углу рисовать. Вместе с тараканами. Ну, конечно, подадим тебе. Вот так. Ухё. Карачун тебе, тиритейли. Все, 100%. Есть. Закрыли ивент этот, наконец-то. Ага, вот тебе и погоняю я эти на досуге, да, в офлайне. Надо было последнюю комнату не зачищать и погонять, кстати, вот эти золотые ланчи с них повыкачивать. А я не сообразил. Видите, и закрыл его, и теперь фиг, не погоняешь на дурняк. А так бы можно было бесконечно их бы крутить. Ёж твою медь. Ну вот как-то так, ребята, как-то так. Давайте, наверное, все-таки следующий ивент вот этот вот. Не этот. Вот этот вот. Наверное, отдельной серией запустим. Не будем сейчас его включать, а вот отдельной серией. А на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч, до новых серий. Пока-пока, ребята.